первом периоде выстояли, там несколько удалений было, в меньшинстве хорошо отыграли, потом хорошая командная работа, хорошая игра, наша команда вошли во вкус уже и довели до победы. Спасибо, пожалуйста, Андрей Ильич. Победу хочу поздравить. Ну, честно говоря, мне сейчас трудно о чем-то говорить, в принципе, по всем статьям проиграли. Вот. СКА было быстрее, быстровите, понятно, да? Но очень хорошо сыграли в атаке, мы просто не справлялись сегодня. И поэтому, если мы подолгу там оборонялись, мы были шайбы отобрали, поэтому, естественно, у нас и в атаке ничего не получалось. Сейчас просто надо правильные выводы сделать. Вот. И готовится у нас сейчас наш прямой конкурент, очень важный матч, вот, будет готовиться. Спасибо. Пожалуйста, уважаемые журналисты, ваши вопросы представляйте. Пожалуйста. Константин Курский, телеканал 78, Лев Петрович, по прошлому матчу, по игре сегодня, правда, что у СКА новая тактика в первом периоде не хватать удалений и вымотать соперника для еще в большинстве и потом начать забрасывать? Нет, такой тактики нет, но вот последние две игры так получалось. Но мы выстояли героически, потом все получилось. По Наилю уточнение, очень много матчей в этом сезоне пропускает, в этот раз ротации, у него микроповреждения, и домашняя серия будет готова. Ну, у нас это внутренние командные дела, у нас могут быть разные ситуации, может быть ротация, может быть повреждения, семейные дела, мы на это сильно не распространяемся. Ну и последнее уточнение, если позволите, лично вам сегодня понравилась больше игра своей команды в атаке или в обороне? Мне понравилась игра своей команды в обеих компонентах, и здорово и впереди сыграли, и про оборону, самое главное, тоже не забывали. Спасибо. Пожалуйста. Семен Лукевич, Тибатов Игоревич, город в пятницу должен быть сыгран, непонятно. Нет, мы планируем, что будет играть. Мне немного я приболел, передали его отдохнуть, очиститься, остановиться. Они ушли на дорогу. Сегодня личный рекорд по времени игрового Мусемина. Почти даже выходил, как вообще оцените молодой. Ну, раз выходил, значит, хорошо оценим, была ситуация. И вообще, в принципе, парень прогрессирует. Рады за него, дай бог, так больше. Так дальше будет. Еще вопрос. Спасибо, наверное, президент.